Всем доброго утра! Вы на канале Хуторянка, меня зовут Вера, и мы сегодня начинаем наш влог почти в 11. Я доготавливаю обед, вернее, все как всегда в процессе, все подготовочки, а потом быстренько поеду за Антохой, а потом будем продолжать. Какие у меня здесь заготовочки? Это вчерашняя рыба, которую Сержуня пробовал резать на стейки. Вот, я ее посолила, поперчила, немного подсолнечного масла. Все это перемешала, обваляла в муке и вот теперь обжариваю. Здесь у меня пюрешка, потому что здесь я особо, мне кажется, рыбу есть не буду. Сейчас я огонь там прикручу под пюрешкой. И поэтому я делаю пюре и, наверное, куплю им еще кабачковую икру. Здесь у нас вымачивается щука. Это Степа ее солил. Мы ее будем в нашей сушилке вывешивать сегодня. Засоленная щучка будет. Вот. Что еще интересного? Рыбу потом хочу потушить с томатом, с морковкой, с луком, в общем, в таком томатном соусе. Сейчас я ее достану, а потом приеду, приготовлю томатный соус и доготовлю рыбу. Слушайте, на обочину у нас до сих пор не доделают, тут горнут. Ну, хотя уже с левой стороны вот гравий, а с правой до сих пор земля. В общем, не знаю, когда они, здрасте, все доделают. Ну, пока еще никак. Вот прям здесь такие нагорнутые на обочине ямки, бугорки, вернее. Прям тут останавливаться сейчас нельзя. А мы сели обедать. Я рыбу не стала доделывать, потому что хочу уже пюре покушать. Что у нас еще? Кабачковую икру я купила. И маринованную рыбку будем кушать с пюрешкой. Я уже сейчас глажу Гришке одежду и смотрю, что у нас там прям какое-то бурное развитие событий, тучи, ветер. Хочу показать. Я что вам хотела показать? У меня тут кладбище, не кладбище, жучков-вонючек. Они, по-моему, уже тут все сдохли. Они, в общем-то, на белье. И я их прям накрыла этой штукой, потому что нет, они еще живые, представляете? Шевелятся. Шевелятся жучки, вонючки. Певец, певец. Певец. Певец! На. Дай. Мою не дам. А я не отдам твой телефон. А ну отдай. А у Аделины такой. А у Аделины мамы такой же телефон. Да? Я смотрела на тренировки. Я наелся. Миша, ты будешь? Сразу же ехать на маникюр? Мне бы на маникюр в 6, а 4 урока у тебя в 16, в 4:30. А можешь у меня, когда заберешь, сразу до дедушки с бабушкой? Не знаю. Подожди, тогда надо телефон взять. Нет, сразу до дедушки с бабушкой, наверное, не получится, еще все равно мы домой приедем. А, ну ладно. Тогда потом еще... Греха тут в школу берет Лего. Поменял, да? Вот такой же пакет принес со школы. А? Целый год уже. Да, целый год он был в школе. Но, в общем, на переменах они с ним прям очень хорошо играют. И Людмила Валентиновна даже на этом говорила. На собрании, что наш класс, ну, вернее, Гришин же не бегает на переменах, а почти все играют в Лего. Так что поменяли детали. Сейчас несем новые. Чего, семена купила? Оставила, да. Это вы в Тимашовку уже съездили, да? Купили семена, но они не подписаны, да, как называется? Почему? На развес. На развес. Санта. Это что, кинза? Санта? Свекла, кормовую свеклу. А это строби, да? Астры. 10 видов. И вот огурец Феникс Плюс. Это что, это тоже будем сажать? Ну, уже на следующий год. Да? Принести астры. Давай, астры приноси. Там, ну, с семенами в пакетиках или на развес тоже? Астры только в пакетах. Их-то в таких количествах еще не берут, да? Ага. Иди так разложить. Угу. Я сейчас вот тут хочу на свету. Так, смотрим. Астры. Так. Ой, астры, конечно, тут все красивущие. Прям очень. А даже какие-то многолетники. Сколько же рублей? 20 рублей пакетик. А вот эти 12.
14. Мама! Мам! А написано что-то многолетники на одной. Многолетник на одной написано. Так они все многолетние. Они не, ну написано однолетник. Ну написано все однолетники, а на одном вот только сорте многолетник. Ну вот, белая? Многолетник. А все остальные однолетники написаны. А на вот таком только, как ромашка видна, она многолетняя. А слушай, вина многолетняя астры. Ну да, вот на вот этих на всех однолетники написано. Вот этот только многолетник. Ну не знаю, поищем. Посмотрим. Да. Детей привезла, вон девушка их встречает. Сейчас я на маникюр поехала. Взяла с собой кофе, потому что не могу, засыпаю на ходу. Сделала себе кофе в термокружке. Теперь пью. Все у нас красота, ногти готовы. Захотелось мне просто красные и прям укоротила их очень сильно, потому что не знаю, как люди с длинными ногтями умываются. Мне вообще неудобно, тогда глаза себе царапаю, поэтому... В общем, вот красный офигенный цвет. Я рада, очень счастлива. Все пацаны пошли на улицу стрелять, и Афонька тоже, да? Ну, не на улицу под навес, потому что на улице уже холодно. И Афонька, в общем, тоже с мальчишками хочет. Кофту обязательно. Хорошо? И стреляем. И мама выходит. Мама, я вам человечком. Ты тапки обула, обувай. А. Вот все это. Папа оторвал ногу человеку. Так я, видишь, я говорю, вы попробуйте у человечка. Ну да, в общем, наставили тут игрушек, да? Теперь все стреляют. Человечка бьет. Он маленький, его даже с прицела и не видно. Ой, ну как? Человечка нету? Да. Или прицела нету? Человечек. Да. Она его, кажется, напополам разломила. Так, всем спокойной ночи. Покажу быстренько прянички. Вот это уже подготовка к дню учителя. Вот это вот все завтра упакуется на день воспитателя. Вот. И вот. Еще сегодня уже купили прянички, я все упаковала, забрали. Они поехали в Динскую. И еще это для наших воспитателей. И еще розочки. Это я просто к наборам к дню учителя тоже готовлюсь. Сейчас уже после 12, вот сейчас 12:15, я иду умываться и отдыхать. Любуюсь своими ногтями, прям не могу. Они прям хочется с ними все делать, потому что они клевые. Вот поняла, что красный цвет поднимает мне настроение. И я, короче, кайфую. Вот, завтра у нас уже среда. Еще один на бессонную ночь. И буду делать подарки от Афони. И Зои, и Маргарите. В общем, посмотрю все, что останется. И, может быть, что-то подредактирую. Поэтому посмотрим, что из этого выйдет.